добрый день. Меня зовут Лилия Гайнудинова. Я бренд-менеджер «Элеакустик» компании «Sonoris», официальный представитель «Элеакустик» на территории России. Сейчас мы находимся на выставке Integrated System Europe в Амстердаме. И я с радостью представлю вам нашу очередную новинку. Это звуковые колонны «Сива». Что из себя представляют данные колонны? Новое для «Элеакустик» творение в сегменте звуковых колонн. Во-первых, это сама колонна Сива, и к ней сабвуферы Сива Low и Сива Sub. Звуковая колонна Сива представляет из себя акустическую систему, в которой расположено 6 динамиков 5-дюймовых, 4 в этой части, 2 в этой части, и 3 динамика драйвера 1,75 дюйма, нагруженных на доск-волновод, который представлен во всех линейных массивах «Элеакустик», начиная от К1, заканчивая арксами. Как вы видите, колонна имеет изогнутую форму J-массива, что, во-первых, дает нам правильную диаграмму направленности и сложение между NC и VC секцией. Колонка Сива работает в диапазоне 87 Гц 20 кГц, имеет горизонтальную дисперсию 140 градусов и вертикальную дисперсию оси несимметричную 26 градусов, то есть 5 градусов наверх и 21 градус вниз. Соответственно, чтобы колонна не звучала в потолок, например, в прикрывающее покрытие. Также Сива идет с сабвуферами Сива Low, как я уже говорила, и Сива Sub. Данный сабвуфер – это Сива Low. Сива Low имеет в себе 2 12-дюймовых динамика и работает вниз до 40 Гц. Сива Sub выглядит абсолютно так же, но имеет в себе 1 12-дюймовый динамик и работает до 27 Гц вниз, то есть это инфрасаб. Вообще, достаточно уже полная система – это Сива и Сива Low. Соответственно, в Сиве Low есть, скажем так, прорези для монтажа Сивы прямо на сабвуфер. Как видите, он стоит достаточно просто. Мне, например, не под силу его приподнять. Здесь, в данном монтажном отделении, находятся 4 магнита, на которые колонна крепится, и соединительный разъем. То есть при сочетании Сивы с этим сабвуфером не обязательно подключать Сиву отдельно к усилителю. Можно просто подключить через сабвуфер, и сигнал будет приходить на данную колонку. Вес колонки всего лишь 21 килограмм. Что нам это дает? Ну, во-первых, достаточно широкий диапазон применения как настенные акустические системы или акустические системы под весе. Расскажу еще подробнее о ригинге. Сиву систему можно не только ставить стеком, но и также вешать на стены, подвешивать на любые конструкции фермовые или какие-то крепления. В ней предусмотрены элементы риггинга, позволяющие нам все это делать и работать, соответственно, хоть в подвесе, хоть в стеке вместе с сабвуфером. Ну и, конечно же, как и все системы «Элеакустик», данные новые акустические системы могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL, а изначально они идут в данном серо-коричневом цвете Dark Grey. Стоит отметить также сегмент использования данных акустических систем. Благодаря тому, что эта система работает на средней дистанции, то есть до 35 метров, имеет широкий угол раскрытия и достаточно мощное давление 137 дБ, только колонка Сива без сабвуфера, например, она может использоваться в абсолютно разных аппликациях. То есть это, конечно же, конференц-залы, конференц-системы, это театральные системы, это использование с системой LISA, многоканального пространственного звучания, и также системы для кинотеатров домашних, для домашних систем прослушивания. В общем-таки, сфера применения достаточно широкая. Везде, где нам нужно вписаться красиво в архитектуру, сделать систему максимально незаметной, но при этом достаточно мощной и дальнобойной. Стоит сказать, что Сива работает также со всеми усилителями «Элеакустик», но идеально сочетается LAT4X. Почему? Потому что на один канал LAT4X вы можете подключить либо одну колонку Сива, либо, например, один сабвуфер. То есть система из двух колонн Сива вместе с двумя сабвуферами будет работать с одним всего лишь усилителем LAT4X.
вот, в принципе, весь мой краткий обзор на сегодняшний момент. Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к нашему сообществу в Фейсбуке. Будем дружить и общаться. Спасибо всем!